Курчумском районе успешно реализуется программа «Еңбек». В рамках государственной поддержки в районе была оказана финансовая помощь нескольким гражданам, которые открыли собственное дело. Ежегодно растет число обладателей грантов. В этом году для желающих открыть свое дело выделили 100 грантов. Айгерим Сейлбаева – одна из тех, кто получил грант через государственную программу «Еңбек». Благодаря этому она смогла открыть свою парикмахерскую. Для того, чтобы начать заниматься желаемым делом, Айгерим обучилась основам предпринимательства, прошла специальные курсы. Затем разработала бизнес-план, защитила его перед комиссией и получила денежные средства в размере 500 000 тенге. Я стригу и мужчин, женщин и детей. Делаю стрижки, окрашивание волос, модные прически. Необходимое оборудование для парикмахерской я смогла приобрести благодаря гранту. Эта программа пришлась мне как раз кстати. Бакшас Агай тоже открыла собственное дело по государственной программе «Еңбек». За помощью женщина обратилась в местный центр занятости. Я получила грант на сумму 550 тысяч тенге и открыла кафе. Это было моим давним желанием, даже мечтой. Благодаря программе «Еңбек» я смогла ее осуществить. Всего в Курчумском районе в этом году было выдано 100 грантов на общую сумму 58 миллионов тенге. Специально созданная комиссия проверяла бизнес-планы тех, кто желали открыть бизнес. 40 из 100 грантов получили самозанятые граждане района, еще 2 трудоспособные инвалиды, 21 многодетные малообеспеченные семьи. 2 гранта передали семьям, переехавшим из других районов, 35 грантов для молодежи. Гранты распределены по нескольким направлениям в сфере предпринимательства. В частности, 67 переданы на животноводство, 2 на птицеводство, 31 на другие проекты. Анна Коцерева, Куаныш Амантайулы, Максат Микметов, Алтай Ахпарат.